Итак, в этот день, который уже клонился к закату, на королевской лужайке король и королева сидели на возвышенном месте. А над ними слегка колыхалось знамя с изображением цветной капусты. Чуть ниже располагались придворные кролики, или, как их называли в кроличьем простонародье, допущенные к столу. А еще ниже те, которые стремились быть допущенными к столу. А дальше уже стояли или сидели на лужайке рядовые кролики. Этот отрывок из сказки Фазилия Искандера «Удава и кролики» приведен не за тем, чтобы почтить память совсем недавно ушедшего автора гениальных строк. И наша жизнь на реке Еркута устроена вовсе не по описанному положению, а за тем, чтобы всего лишь напомнить вам, что гармонию в природе, ее порядок, созданный за многие миллионы лет, нарушать не позволено даже нам. Кем не позволено? Об этом каждый, опираясь на приведенные выше строки, должен спросить себя сам. И все же некоторую аналогию я имел в виду. После того, как успешно прошли наблюдения и съемки малого лебедя, и краснозобой казарки, краснокнижных, а значит редких и благородных подданных королевства, пришло время познакомиться с верховным главнокомандующим. Звание это по праву принадлежит соколу Сапсану. Быстрейший из зверей, гепард, просто неуклюжий мальчишка по сравнению с быстрейшей из птиц. Вся анатомия и аэродинамика Сапсана приспособлена к высоким скоростям и быстрым реакциям. Ведь 389 км в час – это не шутки. Обтекаемая форма, узкие крылья и хвост – это аэродинамика. А вот все остальное – это физиология. Соколиный глаз, а точнее хрусталик, окружен специальным кольцом из костной пластинки и мощными мышцами. Все это помогает быстро изменять кривизну хрусталика, а значит мгновенно наводить резкость. К тому же глаз Сапсана обладает двумя желтыми пятнами, благодаря чему птица может увеличивать предметы, как в бинокле. Между тем мир полнится слухами о чрезвычайном благородстве этого охотника, что Сапсан никогда не бьет сидящую на земле птицу, поле битвы у него только воздух. Кочевники-ненцы с уважением называют эту птицу ханавей. Стремительный охотник. В египетской мифологии Сапсан был прообразом могущественного бога солнца Хора. В слове о полку Игореве, да и на многих княжеских гербах он есть. Японцы, любители всего совершенного в мире техники, первыми создали сверхскоростной мотоцикл, самый маневренный истребитель и, наконец, космический аппарат, совершивший посадку на астероид. Догадаться нетрудно, какое имя получили все эти чудо-механизмы. Хаябуса, сокол Сапсан. У нас, между двумя столицами России, курсирует поезд Сапсан. Пусть и не самый скоростной в мире, но уютный и весьма заметный на фоне общего паровозно-вагонеточного парка. Что касается настоящей природы благородства Сапсана, на самом деле скорости, на которых происходит его охота, чрезвычайно опасны для наземных маневров. И охотник старается этого не делать исключительно по соображениям собственной безопасности.
хотя лемминги, которых он с успехом ловит, являются самой наземной из наземных добыч. Излюбленной добычей сокола-сапсана считаются мелкие птицы – воробьиные, кулики, голуби. Но порой азарт или королевский гнев настолько охватывает этих стремительных охотников, что они запросто нападают на халеев, уток и гусей. И неважно, что добыча тяжелее самого охотника в несколько раз. Для сапсана это мелочи жизни. В нашей экспедиции почетная миссия общения с королем и королевой была возложена на Ваню и Женю. Главное в ней было наблюдение и регистрация новых пар и гнезд. Но была и задача Z. Птицу, а лучше всего всю пару, нужно было поймать, окольцевать и снабдить передатчиком спутникового слежения. Найти гнездо сапсана не составляет большого труда. Птица сама указывает горячо-холодно, пока ты не отыщешь небольшое углубление на земле. Что ты в нем найдешь, зависит от времени лета. Яйца, белых пуховых птенцов или непоседливых подростков. Вдаваться в особенности отлова мы не будем. Пусть это останется для вас маленькой тайной. Птица эта ценная, и ловить ее пытается разный народ. Итак, судя по красному кольцу на ноге, эта самка сбежала от какого-то богатого шейха из Катара. Она не была выведена в неволе, ведь инкубаторные не летают на север, а поймана где-то в природе. Скорее всего, там же в Катаре, на зимовке. Аккуратней, камеру цапнуть запросто, дотянется. Одним рывком может порвать. Чтобы птица не металась и вела себя смирно, ее погружают в ночь. Одевают клобучок. Самка здоровая, конечно. Сильная ночь. Что, забытые чувства? Сколько раз тебе надевали на голову такую штуку? Для пущей верности завернем-ка тебя еще в одеяльце. А то получить мощным когтем по пальцу мало приятного. Резко только не надо, ничего. Ну вот, теперь тебя можно взвесить, измерить, отрезать уже ненужные веревки. Сама себя. Тихо, 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 тихо. Не дергайся. Смотри-ка, какая хорошая прочная кожа. Не знаю, может, у них специальная какая-то идет для вязок. У нас для передатчиков, если кевларовая. Фу, кевларовая, тефлоновая. У них не знаю, что за веревочка. И снять кольцо. Не надейся, мы наденем тебе другое кольцо, чтобы не ловить тебя в следующий раз, а издалека разглядеть, кто к нам прилетел. Все. R3. R3. Это 1,19. 1,190. Mm. Не особо-то огромная. Ну да. Птица. Хватай вот так вот лапы, крепко держи. И на птицу смотри, видишь, вот крылья еще, вырвет крылья, плечо достанет, ты не удержишь. Сейчас, подожди, пускай пока будет мат. Счастье есть? Есть. Счастье освободить птицу. Сапсаны могут жить оседло, не выходя за пределы своего участка обитания. Могут кочевать в пределах какого-то географического региона. А могут, как наши северные сапсаны, каждый год летать на юг в дальние страны.
Причем самец и самка летают порознь. Так вот отдохнут супруги зимой от дел семейных, а к весне встречаются на старом месте. Из года в год занимает королевская чета самое высокое место в округе. Каждый раз новое, но в пределах своего имения. И смело выгоняет с нее не только своих сородичей, сапсанов, но и других пернатых, чья репутация вызывает у них сомнения. Это мохноногие конюки, крупные чайки, хлеи и бургомистры, лихие пираты-тундры-поморники, вороны и даже орланы. А вот лебеди и гуси вполне комфортно устраиваются со своими гнездами вблизи королевского замка. В них сапсаны не видят врагов, потому как и гуси, и лебеди травоядны и ни для кого не опасны. Поэтому находчивые гуси-лебеди, так сказать, потирают крылья на радостях от удачного поселения. Ведь они теперь могут быть спокойными за свое потомство. Все нежелательные гости будут немедленно выставлены вон. Естественных врагов у сапсана нет. Все боятся его жутких когтей и свиста пикирования. Только человек ныне является самой большой его проблемой. Сапсаны настолько ценятся на Ближнем Востоке в качестве охотничьей птицы, что есть целые кланы ловцов, безбедно существующие на продаже этих соколов богатым людям, желающим подчеркнуть свой высокий статус. Голубеводы, недовольные покушениями на их любимых питомцев, безжалостно отстреливают сапсанов из всех видов оружия. А сколько химикатов вылито и высыпано на землю, и не сосчитать. Ведь сапсан является высшим хищником, и наибольшая концентрация всех попавших в гусениц, а затем в насекомоядных птиц ядов, приходится именно на него. И часто пережить такое не удается даже такой сильной и быстрой птице. Яды – это пестициды, которые применяются в сельском хозяйстве, были в особой моде в середине 20 века. Тогда же усиленно боролись со всеми хищниками, как с вредителями. И хищных птиц, в том числе и сапсанов, погибло тогда великое множество. Во всех красных книгах есть его изображение. И это не портрет почетного члена королевской семьи, а напоминание нам о том, что птица эта редкая, нуждается в нашей охране и нашем внимании. Команду мохноногих возглавил Ваня, как большой специалист по отлову и мечению хищников. Ведь задачи у них были те же, что и у сапсаней команды. Наблюдать, ловить, кольцевать, весить передатчики и наблюдать дальше. Мохноногий конюк или зимняк. Разберемся сначала с названием. Какое-то оно необычное. Хотя на самом деле все очень просто. Конюками это подсемейство птиц прозвали за долгое, надоедливое конючение в небе, без каких-либо видимых причин.
Ведь не каждый догадается, что у них гнездо или птенцы неподалеку. И вроде бы такая большая птица, а кричит, будто котенок потерялся. Махноногим его нарекли за то, что эти выступающие части тела он, как заправский северянин, держит в тепле. Вся цевка у этого конюка покрыта перьями до самых пальцев. Ну и второе, более короткое название – земняк. Дано ему, очевидно, где-то в Средней России. За то, что это единственный конюк, которого можно хотя бы иногда увидеть зимой. Наши лесные обыкновенные конюки отлетают на зиму гораздо южнее. И вообще земняк любит зиму. Всегда бежит от нашего лета в северные края, и там наслаждается последними ее танцами. Обычно земняки в тундру прилетают в конце апреля или в мае. Хотя солнце уже высоко, но проталин мало. Повсюду невыносимо сверкают снега. Но зима еще правит бал. Дуют холодные ветры, и яростные метели нет-нет, да и накрывают тундру. Но зима зимой, а конкуренты не дремлют. Опоздаешь на недельку, и все. Удобные уступы на обрывах – или даже хотя бы просто возвышение в тундре, все будет занято. И не просто занято. Махноногие товарищи над захваченным поместьем самозабвенно будут таковать и коварно соблазнять сложными пируэтами в воздухе махноногих дам в сети семейного счастья. Так что всегда лучше прилетать заранее. Мы видели, насколько убогим выглядел гнездо у сапсана. Просто ямка на уступе или на склоне. Земняк любит устраиваться в таких же местах. Где-нибудь на крутом бережку, на склоне холма или оврага. Но по сравнению с сапсаном он профессиональный строитель. Нагромождает целую кучу веток и выстилает лоток травой. Гнезда могут сохраняться много лет. Прилетевшие весной конюки в первую очередь стараются занять именно старые гнезда, более-менее их подправив. Добротное гнездо – это, конечно, важно. Но для этой птицы гораздо важнее пища, ведь конюки – хищники-миофаги, то есть специализированные мышееды. Если шуршат в травке полевки и лемминги, быть и прожорливой куче птенцов в гнезде. В сытые годы самка откладывает до 7 яиц. В голодные – 2, 1 или вовсе улетает куда-нибудь в поисках лучшей жизни. Бывают годы, когда во всей тундре нашего материка грызунов настолько мало, что земняки не гнездятся совсем. Грызуны хоть и многочисленны и вроде доступны, но и шустры. Поэтому у земняка несколько способов охоты. Обычно он высматривает добычу в парящем полете. А может, как кошка, сидеть над норкой и ждать неосторожную полевку. Или, подкарауливая беспечного мыша, как пустельга или скопа зависает над колонией. У команды махноногих задача была та же, что и у сапсанистов – выслеживать, наблюдать, ловить, кольцевать, весить передатчики и наблюдать дальше. С передатчиком как повезет. Если птица с первого раза не ловилась, операцию откладывали на послезавтра, чтобы у птицы было дня два отдыха.
С помощью видеосъемки удалось, наконец, в деталях увидеть, как ведет себя птица в момент срабатывания ловушки. Так получилось, что в один из неудачных заходов ловушка захлопнулась не до конца. Птица не только не испугалась ее, но повела себя, как будто ничего не произошло. Она удачно покинула гнездо, отправляясь погулять, и было хотела попасть обратно, да только не поняла, как это сделать. В конце концов, она по-своему собиралась обойти эту проблему, решив заложить непонятные веревки травкой. Этим мхом попытаюсь заложить эту штуку, которая горит. Птица начинает себя беспокойно вести только когда видит человека и не может слететь с гнезда. Тайна открыта, потомство в опасности, и человек, исследователь, видит ее только в таком состоянии, обливаясь потом и чувствуя глубокую вину за содеянное. Помогите мне кто-нибудь. Артур, помоги, пожалуйста. Тихо. Надо вот у нее скрыв снять. Артур, тихо, нет, не с этой стороны. Давай это еще. Будет очень... Стоять. Я, в принципе, одна это делаю. И придержишь просто коленками. Тихо, моя хорошая, тихо. И... Она очень сильная. Она, если вдруг захочет, она тебя легко свои твои руки откроет. Моя сладкая, сейчас отпустим. Все, уже сейчас полетишь. Да, теперь 500. Плюс тег. Минус. Тег и минус хэнд. Какая теплая у тебя грудь. Деток, хорошо греешь, молодец. Греешь, деток. Первая птица этого сезона. Посмотрим, что будет. Поздравляю, коллега. Долгих лет жизни пожелаем ей, да? Больших научных изысканий. Долгих лет жизни ей и ее потомству.